Как жарить зерна, варить различные виды напитка и правильно подавать их. В одной из колоний Великобритании открылась кофейня, где работают заключенные. Кофе с этого тюремного цеха продают по всей Великобритании. Подробности смотрите в сюжете. Латте, эспрессо, капучино. Здесь готовят на любой вкус. Но есть в этой кофейне одна особенность. Находится она в тюрьме для молодых правонарушителей. И работают здесь заключенные возрастом от 18 до 21 года. Перед тем, как попал сюда, я круглые сутки сидел у себя в камере. Работа оказалась весьма полезна для меня, так как я понимаю, что эти 2 года не были потрачены впустую, и что я могу стать лучше, находясь здесь. Не все правонарушители одинаковые. Некоторые действительно хотят измениться, и я думаю, они заслуживают на то, чтобы им дали шанс. Их учат всем премудростям кофейного дела, от обжарки зерен до навыков бариста и обслуживания клиентов. Это не просто умение жарить и готовить хороший кофе. Это и все те навыки, которые ищет работодатель. Пунктуальность, командная работа, навыки общения и обслуживания клиентов. Кафе открыли, чтобы заключенным было проще найти работу после освобождения. По статистике, каждый 3-й британец совершает преступление в течение года после освобождения. Именно в этот период им сложно устроиться на работу и вернуться к нормальной жизни. На самом деле, во всех классных кофейнях есть что-то необычное и особенное. И тем заключенным, которые могут потрясающе сделать кофе и обслужить клиентов, будет проще найти работу. Вся прибыль от работы кофейни идет на нужды тюрьмы. Инна Косинская, UATV.